Лен, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, наконец-то я вас увидел, а то все вижу одни афиши. Елена Ваенга в Кремле, за Кремлем, в Москве, за Москвой, везде. Скажите, а сколько у вас наград? Вы считали когда-нибудь? Если честно, нет. Ну, много. Неважно. Ну, хорошо, там место свободное осталось, где они все стоят? Вот места всегда будет достаточно, я думаю. Для это наград. Отлично. А знаете почему? Спрашиваю. Потому что, по мнению НТВ, вы становитесь певицей года. Я вас спасибо. Поздравляю, вручаю. Вообще, вы знаете, спасибо большое за награду. Какая бы ни была награда, говорят, ну, взрослые люди говорят, что обсуждать ее не надо. Если вам дают, как дают, бери, бьют, беги. Вот. Но вот то, что это в виде бомбы... Ну, хорошо, хоть я стала как голосовой бомбой, получается. Но мне очень приятно. Спасибо большое. Кроме музыкальной бомбы, нам ведь нужна еще и информационная бомба. И ходят слухи, что спонсор Ваенги какой-то цыганский барон. Это правда? Нет, это неправда. Я вам больше могу сказать, что... Я могу, пользуясь случаем, обратиться к людям? Конечно. Да? Я весь год была достаточно дотошным таким человеком, который все время...
ругался на журналистов. Я могу вам точно абсолютно сказать, что 95% того, что пишут про меня, это абсолютно неправда. Дорогие люди, я могу вам со всей своей не то что уверенностью, а сознанием дела сказать, что цыганских баронов вообще не существует. И я никакой цыганской мафии, слава богу, не имею никакого отношения, и никто меня не спонсирует. В это можно верить, а можно не верить. Я очень люблю свое дело. Я очень люблю свою публику. Вот и все. Это было признание Елены Ванги, и на этом, я думаю, мы закончим скандалы, интриги и расследования. Ведь сегодня праздник у нас, правда? Я вам больше могу сказать. Дорогие люди, дело в том, что я, наверное, самая нескандальная, неинтересная звезда, если это как, ну, звездой, извините, как? Что я так сказала про себя. Ну, популярный человек, ну, это ужасно. Звезда? Неинтересно, поэтому все и придумано, потому что так скучна и сера моя жизнь, то есть одна работа. Ну, и, ладно, Лен, да ну что вы рассказываете? Ну, так и я, да что вы думаете, не так-то. Так. Что-то я вас ткнула раз, во-первых. Я, мне было очень приятно. Я буду рассказывать всем, что меня Вайнгена ткнула. Ткнула. Лен, а в шоу-бизнесе как вы себя ощущаете? В шоу-бизнесе как я себя ощущаю? Нормально я себя ощущаю. Главное, чтобы шоу-бизнес со мной себя хорошо ощущал. Лен, по-моему, я сейчас догадался, чем вы в том числе магнетизируете людей. И вы меня ткнули, поэтому я могу задать вам этот вопрос. Я врать не люблю. Откуда эти жесты? Они я оторваться не могу. Вы и песни свои поете руками. Ну, это же тоже предмет многих шуток, да, и как меня изображают все время почему-то очень сильно. Дорогие пародисты, прекратите так дергаться на сцене. Я намного более плавно себя веду, чем вы дергаетесь. Ну, не все пародисты, конечно. Ну, такой я человек эмоциональный, что ж тут поделаешь. Говорят о каких-то феноменальных качествах вашего голоса. Я просто профан в этом. Вот вы можете, ну, хотя бы просто показать, что это значит, вот, там, я не знаю, у вас 3 октавы, 2, 5, 4, сколько? Ой, нет, вы знаете, наверное, феноменального голоса. Феноменальный голос у Кристины Агилеры. А у меня он, ну, он у меня необычный, потому что я владею несколькими... Ну, по секрету покажите. Чем вы владеете? По секрету всему свету, вы раздайте песню эту. Да. Ну, я не знаю, я не готова так просто. Я могу спеть там... Ну, кусочек любой. Кусочек. Саюрама, Эва Кринычиде, Эва Кринычиде, Саюрама утудаю. Саюрама! Ну, так далее можно петь. То есть по-разному. Спасибо. А это какой язык, кстати? Не помню. Иваны, Иваны, тватели, умы, твармы, на военном поцедо. Это молдавский. Слушали бы ваши песни. Лен, а музыка, которой вы занимаетесь, называется просто шансон. И почему-то к шансону многие относятся пренебрежительно. Это неправильно, абсолютно. Давайте выясним. Моя музыка не называется шансон. И вы поймете, когда это сходите на мой концерт, люди, которые были на моем концерте, хорошо понимают о том, что я пою в нескольких жанрах, абсолютно четко разграниченных. Я пою попсовую музыку, я пою шансоновую музыку, я пою даже латиноамериканскую музыку. Сказать об человеке, что это шансоновский исполнитель, точно. Но это неправильно. Это просто... Я не отрекаюсь. А то, что шансон ругают, давайте выясним, какой шансон. Жанну Бичевскую с Олегом Митяевым хают? Нет. Слава богу, вот для меня это шансон. Ну, вы согласитесь, Розенбаум, что... Розенбаум тоже шансон, но, по-моему, это не то, что достойный человек, а дай бог всем так шансон исполнять, как Нет. это делает Александр Яковлевич. Ну, вы же согласитесь, что прям какой-то бум шансона, ну, в широком смысле этого жанра, Стас Михайлов, да не бум Григорий шансона. Лепс, и все собирают стадионы. Это не бум шансона. А что это, Лен? Просто попсовых исполнителей становится почему-то меньше. Кстати, наша следующая номинация – «Шансон года». И, Елена, я предлагаю вам назвать претендентов в этой номинации. Так, в номинации «Шансон года» представлены я. Извините. Стас Михайлов, Григорий Лепс, Сергей Трофимов и Денис Майданов. Кого бы вы еще добавили в этот список? Может, мы кого-то упустили?
У меня очень сложно по этому поводу спрашивать, потому что Ваенга всегда скажет: Александр Яковлевич Розенбаум. Я его очень сильно люблю.